Андрюха, расскажи, как на пирамиде? Ой, незабываемое ощущение, впечатление. Побывал у себя дома. Маленькие комнатки, все как я люблю. А, гостей, правда, многовато, так все хорошо. Круто, магия вообще. И с высоты еще пирамиды видны. Обалденно. Виды обалденные, да? А тут получается, что в джунглях вообще очень много нерасшаренного. Очень много пирамид, да, которые просто груды камней, заросших деревьями. Это все пирамиды. Слушай, а как, скажи, по ощущениям, тебе откликается, что где-то здесь были жертвоприношения? Нет, здесь не было 100% вообще и по энергетике, хоть там камень уже зализанный, замыленный, на котором типа жертвоприношения, не чувствуется ни капли. Очень чувствуется почему-то левая и правая сторона пирамиды разные. Вот я с двух сторон. Меня тянуло в правую сторону красная стена, с другой стороны черная стена. Ну, как, такими зарослями всякими. Вот там чувствовалась разница в энергетике, но что-то плохого вообще нету, 100%. А как думаешь, для чего использовали ее? И не для того, чтобы подняться к Богу, это... Это сказки. Да. Астрономические вещи идут... Да, планетарные. Планетарные. Да. Не для того, чтобы там звезды, не для того, чтобы ближе к Богу. Совсем другое назначение. Вот. И рекорд, говорят, 3 минуты, максимально за 2 минуты 10 секунд поднялся. Ну, все домой бежал так. Спускался дольше, да. Почему бы не побегать? Класс. Супер.